рода такой ключ, это своего рода такая дверь, через которую можно войти. Настроившись на звуки песни, можно очутиться в тех местах и прочувствовать те ощущения, которые это место несет. Так что желаю вам счастливых полетов. Слава великому Алтаю! Слава! Окс!
Кстати, можно пока вспомнить наше доброе, веселое обращение. А у нас это уже было, на наших концертах знают. Мы делаем радостное, веселое упражнение, и сейчас вот мы давайте проделаем. Значит, первое упражнение номер раз, оно такое даже еще, которое перед один идет. Значит, упражнение номер раз в чем заключается? Это когда человек становится мгоем. То есть он, у него распрямляется вот так плечи, можно всем сделать. Вот так вот. У него макушечка натягивается, прямой позвоночник. Вот, если вот в таком, можно даже сидя, конечно. Вот, что, да. И вы видите, что происходит чудо. На лице появляется упражнение номер один. Вот, вот такое. Да, вы догадались, что упражнение номер один это улыбка. Ура! Здорово! Вот. Ну что, давайте мы проделаем, да, что так, по традиции уже. Упражнение номер один, улыбка. И вот так 10 минут мы будем дарить радость. Договорились? Каждое утро. Каждое утро будем заниматься. Зарядка веселая. Вот. Дарим улыбку сначала себе в зеркало. Так, перед зеркалом. Потом повернулись и идете на работу. Хорошо? Хорошо, договорились. Представляете, вот так вот 100 человек, ну там, допустим, 50-30 в Саратове, вот так будут ходить на работу. Заходите в троллейбус, там тоже улыбающиеся люди, там здравствуй вам говорят. Как хорошо, что ты идешь на работу, я тоже там... Вот, ну, обнимаются, конечно же. Вот, ну, давайте вот так, да? Как, хорошо, у вас же так в троллейбусах? Да. В транспорте у вас именно так все происходит, все радостно, никто никуда не торопится. Вот, а для слишком серьезных людей, те, которые у них через 5 минут они не начали улыбаться, мы делаем упражнение номер 2. Давайте мы это уже все вместе сделаем. Так, нужно пальчики, вот так пальчики отношения. Вместе с упражнением номер 1. Вот. Вот таким образом. Приходите к начальнику и делаете. Завтра будний день у нас? Да. Завтра будний день, так что кто ходит, есть, тот ходит на работу, есть, есть. Есть? Есть, да? Сюда один человек поднял руку, сюда, все остальные. А? В Саратове трудятся? Да. Или творят? Хорошо, ну ладно. В общем, у кого есть еще начальник до сих пор, вы к начальнику приходите, первым делом, значит, в кабинет ему заходите и дарите ему просто любовь. А начальник есть, кстати, здесь? Да. Ну, значит, руководители есть? Есть, но молчат скромно. Есть. Руководители есть, значит, вы подчиненных выстраиваете на планерочку. Да, и всем тоже дарите любовь. Пока они наполнятся, и день будет славный и ладный. Правда, я вам обещаю. Но, кстати, у этих упражнений, там дальше есть еще упражнения, мы будем их делать. Там есть такой нюанс, что если вы будете их делать, то ваша жизнь может очень сильно измениться в лучшую сторону. Так что если вы вот уже решите, что вы готовы к чудесным изменениям, тогда нужно эти упражнения делать. А, третье упражнение, ради чего-то я все первые два показывал. А третье упражнение, оно такое, нужно так. Слава, 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 ура! Вот. Начальнику. Ну, это если он еще, если после всего, что мы с ним сделали, полюбили его, он не начал улыбаться, тогда вот прям к нему подходите и говорите «Слава начальнику! Слава, слава, слава! Ура!» И тогда он пришлет. А? Нет, ну надо, зачем? Это же не по-нашему. По нашей традиции у нас всего так пряменько ходят, смотрят друг к другу и глаза все радостные, все достойные, вот честные, волшебные, чудесные, ну и так далее вот, по списку. Вот. А ради чего я стал говорить-то? Ради того, чтобы мы сказали славу Великому Алтаю. Слава Великому Алтаю! Слава Великому Алтаю! Ура! 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 Ну, говорят крепко, кивают головой. Сейчас мы зайдем и проверим. Хорошо, ну тогда мы еще одному славному месту споем песню, которая называется «Лада, Ладога».